Когда выпустили? Да прям, я в тот же день смотрю, на следующий день смотрю. Да? Чувачка, вот он, малыш. Что, крапиву хочешь кушать? Крапиву? Она колючая, нет, он эту кору ест. Так, ну мне надо туда. Мне сюда надо. Зачем? Как зачем? Тебе все равно не видно. Почему? Пока он не отойдет, что-то. Нет. Вот так просто раз, там. Ну так и будет тут грызть кору. И это тоже трется. Просто примерно хочу показать. Там. Вот как чистят. Ну, для обезьян. Ну. Вот так все обгладают, и потом туда. Малышок. Маленький. Я хотела фото сделать, он пошел. Ой, как хорошо опереться можно. Еще быстрее. Ага, ой, поскакал. А вот туда. Ой, вот он. Надо же. Там такая фотка была хорошая бы. И пришлось. Ламочка пришла. Ламочка. Ламочка пришла. Ну что ты будешь делать? Ламочка. Вон те там. Ну туда у меня уже сил не хватит обходить. Ну да. Он кушает на листике. А, как же она написала зовут? Мэм. Я же записала, как ее зовут. Конь подкрыл. Это не вот это. Милашка. Что-то на нем там. Потом напишу. В этом. Ну и что? Эй! Блин, красавица так смотрела хорошо. Да ты красавица. Я за черным буду. Вот мне не было. Или милашка. Как-то так. Листики кушают. Как она смотрит. Ушки поджала. О. Ну и маленького увела. Ну ё-моё. Там нельзя ходить. Угу. У тебя угу. И кормить нельзя. Так они что, сами едят? Им дают кушать. Так они кору едят. И это они сами кору едят. Пусть сами достают. Ты красавица. Ну иди ко мне, ламочка, милашка, по-моему. Иди сюда. Вот и кору выплюнули. Девочка, нельзя там ходить. Укусит, зачем там ходишь? Куда родители смотрят? Там кусаются как раз эти пони.